নানা শাস্ত্র বিচার নৈক নিপুণ সদ্ধর্ম সংস্থাপক লোকানাং হিতকরি নৌতি ভবনে মান্যৌ শরণ্যা করু রাধা কৃষ্ণ পদার বিন্দ ভজনা নন্দে নমাতালিকো বন্দে রূপ সনাতন রঘুযুগ সৃজীব গোপালক অনয়ারাধিত নুনম ভগবান হরিরীশ্বর জন্ম বিহায় গোবিন্দ প্রীত জম আনয়দ রহ শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বহু পাঠ্য Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что в линии Радха Анугати Тринада Аписсуничина, она естественна. Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами так Прабхупад сказал в наставнической преемственности Радха Анугати Тринада Пи это естественно. Она превосходна. И те, кто наша Рупануга Гуруварга, их Тринадапи, она естественна. Много раз я хотел сказать о том, без чего мы не можем войти на путь Рагануга Рупануга Баджана. Это невозможно. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами Пад в читании Чайтамрити говорит, вот эти строки, эти слова. Кришнадас Кавирадж Госвами хотел сказать суть Рагануга Баджана. Шри Кришна, у него есть огромное влечение к Враджавасе, огромное влечение к Враджавасе, огромная привязанность. Без, он не хочет ничего знать без Враджаваси, он не хочет жить без Враджаваси. И те враджаваси, у них такая же привязанность к Кришне. Они не хотят ничего без Кришны. Они чувствуют огромную привязанность, огромное влечение к Кришне. Оно не сравнено ни с чем. Во всех бесконечных вселенных нельзя найти ничего подобного того чувства, которое враджаваси имеют к Кришне. Если вы достигнете того уровня, то тогда вы просто будете плакать день и ночь. Нет другого пути. День и ночь, естественно, вы будете просто плакать. Эти жители Навадвипы, это Навадвипа, это сокровенный Вриндаван, эти враджаваси. Гададхар Пандит, Шивас Пандит, Сачима, Джагнат Мишра, все они, кто нет, они все в Раджавасе, будьте внимательны. Не путайте, они все в Раджавасе. Они не могут потерпеть даже секунду разлуки с Гаурангой. Это за пределами человеческого понимания. Это невозможно посчитать и понять. Когда Шри Чайтанья Махапрабху принял саньяс, он отправился в Нилачал. И все враджаваси, когда они услышали, они плакали день и ночь.
И, ну, так или иначе, это было организовано Верховным Господом и по указанию Сачиматы, Сачитани Махапрабху, он принял прибежище в Нилачалдаме. Чтобы доказать, что Нилачалдама – это высшее место для Рагануга-бхаджана. Чтобы доказать, что Нилачал – это наивысшее место для Рупануга-бхаджана. Чтобы доказать это, он остался там, в этой даме, а внешне сказал, что его мать указала ему на это место, поэтому он там остался. Но на самом деле для того, чтобы доказать великолепие Рагануга Рупануга Бхаджана, что это Нилачалдама – это самое совершенное место для Рупануга Бхаджана. Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур говорит, Нилачалдама – это наивысшее место для Рупануга Бхаджана. И Вриндаван Дам, все знают, что Вриндаван – это наивысшее место, все знают об этом. Но настроение Радхарани, ее чувство, ее бхава, она очень высока. Далеко не каждый может понять. Может, можно почитать какие-то книги, что-то запомнить, говорить об этом другим людям. Может, они будут вас уважать как Рагануга Бхакту. Но это практически невозможно понять настроение Радхарани, не поняв настроение предварительно Гуранги. Я сказал в день Радхаштами об этом. Без Нитянанды, Гуранги и Навадвипы невозможно обрести наивысшее благо, максимальное количество блага. И те враджаваси, когда они оставляют свое тело, то Махапрабху, он дал им такое наставление, что вы приходите ко мне и даруйте мне свой даршан. И каждую Радхаятру, каждый год вы можете приходить, ко мне и даровать мне свой даршан. Я хочу видеть вас. Без вас я умру. Я могу оставить свое тело, но я не могу оставить вас всех, насколько сильно вы меня любите. И Раджаваси, Навадипаваси, они все отправлялись в Нилачалдаму, чтобы встретить свое сердце с Чайтанья Махапрабху каждый год на Чатурмасе Врату. Чатурмаса это продолжается 4 месяца, и чтобы дойти с Навадвипы Шантипура до Нилачала до Пури, это достаточно далеко. И сколько нужно идти? В то время еще не было транспорта. Дети, женщины, старики, они все шли в Нилачал, чтобы встретить Шри Чайтанья Махапрабху. Они так повторяли его имена и шли. Шивананда Сен, он их вел всех. Но они только шли еще и готовили подаяние, просили предварительно. То есть это медленно, они максимум они могли километров 20 пройти за сутки. И то не каждый день. This way, if you calculate,
то average every day 1 kilometer, 10-20 kilometers, then it takes 700 kilometers, you calculate, 40 days minimum, 40-60, almost 2 months. Then, то есть им идти практически полтора-два месяца приходилось. Это в одну сторону. Потом они находились 4 месяца на протяжении Чатурмаси с Махапрабху и потом назад шли. И вот это вот называется такой грехастхаашрам. То есть то, как они жили свою жизнь, это есть настоящий грехастхаашрам. Будьте внимательны. Их грехастхаашрам, он не может принести никаких опасностей в их жизнь. Они всю жизнь помнят о Кришне, непрерывно помнят. Такое у них непоколебимое памятование всю их жизнь. Вы всю жизнь должны помнить Кришна. Абхисвати Кришна Падара Виндайо Киноти Авхадрани Ча Шантанути. I can explain this slok sometime. Today vast chapter. Сегодня очень обширная тема. Джива Госвами Пад. Ocean, это ocean. Он подобен бесконечному океану, а я как маленькое создание. So я хочу сказать что-то предваряющее, чтобы мы смогли лучше понять настроение Джива Госвами Пада и Враджаваси. И вот они, эти Враджаваси, Навадвипаваси, они жили в Нилачале в Пури 4 месяца. А потом они, когда им нужно было идти назад, они шли к Махапрабху, кланялись, просили позволения идти назад. А Махапрабху ничего не мог сказать, он просто плакал, он хотел что-то сказать, но не получалось у него. Он обнимал их, плакал и плакал. И тогда Сарвабхаума Бхаттачарья сказал: «О, Господь, Ты единственный, кто привлекает нас всех. Если ты плачешь так, как они могут уйти? Они не могут уйти. Весь день уже прошел, ты плачешь, они плачут». И вот он сказал, что если ты будешь дальше плакать, то мы не можем описать вашу любовь. И смотрите, какое настроение у Враджаваси, поскольку и те Враджаваси, и эти Враджаваси. А почему я говорю об этом? Поскольку это больше, ближе к нам. Это в Двапара-югу. Враджаваси с Двапара-юги, это очень давно было. А вот в Навадвипаваси это всего около 500 лет назад было. И поэтому я говорю о них, чтобы дать вам понять, какое чувство, огромное чувство между Враджаваси и Кришной. Если вы хотите понять настроение Радхарани, это не так просто. Если вы можете понять настроение Шрилы Бхактивинода Тхакура, это проще для вас, поскольку Бхактивинода Тхакура, он ближе к нам. Он хотел А вот когда Наротам Такур, он или Шрила Бхактивинода Такур, они пишут какие-то киртаны, они всю силу вкладывают в этот киртан. И что если вы всем сердцем воспеваете этот киртан, вы обретете эту же силу. И когда Шрила Бхактивинода Такур, он создал какой-то киртан, то есть энергия, сила, она также находится в этом киртане.
если вы будете петь, повторять за ним эти киртаны, вы сможете почувствовать, какая сила исходит из этого киртана. Какая сила заключена в нем, вы сможете понять. Она уникальна. Наротама Такур, он проповедовал с восточной стороны Индии, в Трипуре, Манипуре, Нагаленде. В то время это был практически лес. Когда Наротама Такур сидел в каком-то храме и совершал киртан, эти люди, которые там находились, они не знали бенгали. Никто из них. Но Наротама Такур он плакал и совершал киртан. И вот он плакал, совершал киртан, и все тысячи людей, которые там находились, они тоже плакали. Это практический пример, не какая-то философия. Когда Наротама Такур написал эти слова, вы слышали этот киртан? I should not speak Harikatha here. Narottama was speaking this. И вот Наротама Такур говорит. Пошупаки журе пашане видоре суни яр гуру гата. Those were birds and you know. Птицы и. Пашу. Животные. They are also crying. Они тоже плакали. Пашан, the stone get melted. Даже камни плавились. Это когда Шри Чайтанья Махапрабху шел Джараканд, все птицы, животные, они тоже плакали, когда видели его. Даже тигры и олени, они были вместе, они не... Тигр, он... И вот сзади Балабхадрачарья шел, и он видел тигра, который танцует, и он обнимался с оленем. Во Вриндаване, в Гоколе, я видел однажды. Я видел какую-то обезьяну, обезьяна обычно очень опасна. Эта обезьяна целовалась с теленком. Я очень удивлен, видя эту картину. Как это возможно было? Вриндаван — это такое уникальное место, где нету майя, нету химсы, нету зависти. Что, о чем говорил Шрила Прабхупад, это гармония, то есть куда бы мы ни смотрели, там везде находится Радхарани и Кришна. Это зовется Вриндаван Даршаном. Если вы отправитесь во Вриндаване, увидите какие-то нечистоты, какие-то свиней бегающих туда-сюда, это не Вриндаван. А Вриндаван — это место, где везде Кришна. Шрила Кешава Госвами Махарадж предупреждал нас, что мы все приходим в Апракрита Вриндаван. Будьте очень осторожны, внимательны, не беспокойте никого, даже никаких деревьев, кустов или растений. Это все трансцендентно. Не плюйте в священные водоемы или вообще куда-то. Будьте внимательны, это все трансцендентно, апракрита. Гауро Браджаване Бхедана Маниво Хайва Радхаро Даси. Гауро Браджаване Бхактивинода Тхакур Раджин Гауро Ван
and Brajavan identical. When you can feel this point, Чилабхакти он такого говорит, что когда вы осознаете, что Вриндава не отличен от Навадвипы, и тогда ваше житие в Навадвипе станет успешным. Гоуро Бржа Бхедо, Гоуро Бржа Бхедо Вишишта Прагьям, Гоуру Кишастакам. Also same thing. Is the main thing, main, you know, secrecy of bhajan, in Gauri bhajan, especially. If you want to follow Guru bhajan. И вот это главный секрет Гауди бхаджана. This point. Это не отличие Вриндавана от Навадвипы. So, и Наротам Таку, он пел всем своим сердцем, и наш мой Гурудев Шрила Бхактипрамод Пуригасвами Махарадж, он говорил, хотя бы не понимаете бенгали, но все же слушайте харикатху. Я говорил на английском харикатху отдельно, но Гурудев говорил, когда бенгали харикатха происходит, вы тоже должны слушать, хотя, может, не все понимать. Поскольку если это настоящая харикатха, то трансцендентный звук может войти в ваше сердце и очистить его. Иначе Наротам Таку он пел киртаны на бенгали, эти люди они вообще не понимали бенгали, но не чувствовали. Поскольку это язык сердца, и поэтому они плакали. Кришна, он может понять язык животных, и гопи они говорят, что ты делаешь. То есть только Кришна может понять, что язык животных и птиц. Because there is so countless qualities of Krishna. У Кришны бесконечное число достоинств, число качеств. И одно из этих качеств то, что Кришна может понять любой язык. Any language. Suppose birds and beasts and birds, they are speaking, also Krishna can understand. Sarva bhasha vid. In Sanskrit we say sarva bhasha vidaha. Вот на санскрите это называется сарва бхаша видаха. То, что Кришна может понять любой язык. So now actually this is the condition of Vrajavasis. Это условие Vrajavasis. This is the condition of Vrajadham. Now Srila Jiva Goswami Pad. И вот Jiva Goswami Pad. Сисила Джива Госвами Пад, он лучший из Рупануга Ачарьи. Это Джива Госвами Пад. About Rupanuga Bhajam, if I like to speak, first I will have to touch the lotus feet of Jiva Goswami Pad. Если я хочу сказать что-то о Рупануга Бхаджане, прежде всего, я должен начать с Джива Госвами Пада, поскольку в то время Джива Госвами Пад, он был ачарьей всего Вриндавана. И в Навадвипе, в Пурушоттам Кшетри, в Нилачале, везде. Те Гауди Вайшнавы, которые там находились, они признавали его Сарвабхаума Ачарьей. То есть он ачарьей был всех. Он был Сарвабхаума Ачарьи, то есть таким глобальным Ачарьи, независимо от Сампрадаи конкретной. Сейчас такого нет уже. No controlling, but secrecy of bhajan is there. We must be controlled by Bhaktivinoda Thakur and Prabhupada. Секрет бхаджана в том, чтобы мы должны находиться под руководством Шрилы Бхактивинода Такура, Шрилы Прабхупады. Я если мы делаем что-то по своему усмотрению, то мы не сможем достичь успеха. Сейчас, к сожалению, мы не можем найти той личности, которую мы можем принять прибежище. Полностью следовать.
near Gurudev, they can fight with each other. They are all fine. I will have to speak one special Harikatha on this point. What kind of dirty fighting going on there in Vrindavan, Mayapur, everywhere? То есть я хочу сказать о том, что происходит в Вриндаване и в Майпуре. Ну, кто-то спросил, позвонил, Раджа спросил о том, что в Вриндаване спорят, почему Махапрабху поменял Махамантру. А я спросил, почему поменял правила, но кто-то говорит, что в какой-то Упанишаде говорится, что наоборот, сначала Хари Рама, потом Хари Кришна. Но я хотел ответить на основе Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура, но я увидел, что тот человек, он не заинтересован слышать мой ответ. И тогда я перестал с ним говорить, я написал статью на эту тему. Я, может, дополню ее и опубликую. То есть многие спорят о каких-то мелких этих вещах. Шрила Бхактивинода Свами хорошо, он проповедовал очень замечательно. И сейчас мне не ясно, Манджари Баджан или Сакхи Баджан он совершает, но это и как бы его дело. Кришна Дас Бабаджи Махарадж, он говорил, что он обрел сиддхи в Сакхарасе. Но успех в Сакхарасе, это не значит, что это что-то низкое. Кто-то спорит на эту тему еще. Свами Махарадж, он что-то, может, написал, говорил об этом, но я, он настолько высок, что я не могу даже прикоснуться к его лотосным стопам, но каким Сакха Баджаном или Манджари Баджаном он занимается, это как бы не наше дело. Это очень высоко. Вы пытаетесь понять то, что мы будем спорить друг с другом, то другие сампрадаи, они могут взять преимущество, использовать это в своих целях. Не заняты. То есть главная обязанность, наша обязанность, главная обязанность ачарьи это дать полную защиту Сиддханте. Это первейшая обязанность ачарьи, чтобы мы дали полную защиту Сиддханте Ване. А остальное это второстепенные вещи. Это очень плохо. Мы должны следовать нашей Гуру-Варге. Так много людей спорят о том, что Джива Госвами Пад, он не следует Санатани Рупе. Кто-то говорит об этом. Я уже говорил об этом в день Гуру Пранимы, но я еще раз повторю. They cannot tolerate. If you are going to get some pratishtha, if some pratishtha coming in my life, if I think it is like stool, so what pratishtha can do? То есть, если пратишта приходит в мою жизнь, если отношусь к ней как к чему-то незначительному, но то, что она может сделать мне? А Шрила Прабхупад говорит еще вот на эту тему, что сначала нужно пытаться стать совершенным вайшнавом, слугой настоящих вайшнавов, и тогда автоматически эта пратишта, которая приходит к вам, она не может принести никакого вреда вам. Если она не касается вашего сердца, как Шрила Свами Махарадж, он проповедовал по всему миру. Так много храмов он организовал, но если какая-то обусловленная душа построит какой-то храм, она будет очень гордиться.
То есть она может очень возгордиться этим, это станет причиной ее падения. И вот Джива Госвами Пад. Можете видеть, как, насколько уникально Джива Госвами Пад, он следовал Рупе и Санатане. Рупо Санатана Сасана Галаве Ститха. У него говорятся даже вот эти вот... То есть он всегда находился под руководством Рупы и Санатана. Writing something, nothing my own. But all I am writing, то есть то, что он писал, это только все по милости Рупы и Санаты, но он ничего не писал от себя. И поэтому я начал с этой шлоки. Те, кто настоящие Рагануга Бхакта, для них Тринадапи, естественно, если вы оставите меня или оскорбите меня, я не принимаю это всерьез. Я хочу дать жизнь, свою жизнь кому-то. Может, кто-то спорит, кто-то идет против, но я просто смеюсь. Это все Кришна организовал, Кришна хочет проверить меня. Я должен терпеть это, иначе мне нет права находиться на Вьясасане. Если я не могу потерпеть такое отношение от кого-то неуважительное, то я не могу находиться на сидеть на Вьясасане. Это первое. That's why, actually, Jiva Goswami Pad. That's why. И поэтому Джива Госвами Пад говорит таким образом. Why Jiva Goswami Pad speaking this way? Почему Джива Госвами Пад говорит так? Bhakta sarago nirago divido parikirtita. И вот Джива Госвами Пад говорит, пишет точнее. Бхакта сараго нираго дивидо парикиртита. Бхакта спикер two times. Есть два вида говорящих. One having tremendous love for Krishna, первый, тот, у кого есть огромная любовь к Кришне, Гауранге, он делает все под руководством Гуруваги, говорит что-то смиренное из своего личного опыта. И то, что он говорит, это и есть настоящая харикатха. И когда кто-то запомнил какую-то философию, например, у вас очень хорошая память, вы что-то можете запомнить и говорить. You are at liberty to speak what you like. То есть у вас есть право говорить то, что вы хотите. Who is going to stop you at present? Кто остановит вас? That time. Но в то время, when somebody когда кто-то breaking rules and regulation, then they arrange one big sabha. Hey, come. Что если сделал неправильно, то собиралось собрание и спрашивали, почему вот вы не следуете правилам вайшнавов от Рупы и Санатана. Раньше они этим занимались, а сейчас кто будет это делать? То есть если... Yes, I'm speaking practical. That's why people cannot be my. То есть, ну сейчас такое происходит, что если в одном матхе человек сделал какое-то, как сказать, какие-то неправильные, как сказать, что-то плохое, то есть может просто перейти в другой матхе и все, но это неправильно. Empty philosophy, dry philosophy. If you go on speaking dry philosophy, practically you are not, you know, following what use. То есть, если просто говорить какую-то сухую философию, а практически не следовать этому, то что толку? И поэтому Горкишвардас Бабаджи Махарадж очень разгневался. Однажды кто-то пришел, чтобы узнать о Рагануга Бхаджане от Горкишвардас Бабаджи Махараджа, и
он решил проверить его. Что не сегодня, завтра приходите, послезавтра, через неделю, через две, и после этого. Then Gavaji Maharaj is laughing and speaking. They cannot bear, even one penny lost, they cannot bear. И такие люди не даже не могут потерпеть, даже когда потеряют какую-то копейку, но не хотят узнать о Рануга Баджане, как это возможно. Они думают, что Рануга Баджан – это нечто дешевое, что у нас есть какие-то деньги у нас, то можно пойти и купить какие-то книги, изучить и что-то достичь. Я даже видел в Махе, однажды один молодой человек с Германии приехал, он купил все книги, что были. И вот он заперся у тебя, себя в комнате и изучал эти книги. Ну, как бы, не прошло двух дней, ему все надоело, и уехал назад. И вот это не так дешево. И вот Джива Госвами Пад, как Джива Госвами Пад следовал своему Гурудеву. Как Рупа Госвами Пад и Санатан Госвами Пад, они, если я дам вам пример, вы можете из него понять. Этого достаточно нескольких примеров. Однажды Валапрачарья, в то время Валапрачарья, он не был отречен. Он был во Вриндаване. Пошел принять омовение в Ямуне и по пути в Дамодар Мандире он зашел к Рупе Госвами Паду. Они обнялись поклонами. И Валапрачарья спросил, какую книгу ты пишешь? И он ответил, что он был, ответил, что Расамрита Синду, ну, по указанию Махапрабху, Бхакти Расамрита Синду он писал. И он сказал, я отредактирую эту книгу, хорошо? Ну, хорошо. И после этого Валапрачарья ушел на Ямуну, и в то время, когда они говорили Джива Госвами Пад, он омахивал их этим апахалом. Рупа Госвами Пад писал, а Джива Госвами, он омахивал его апахалом. И Джива Госвами сказал Гурудеву, мне нужно, нам нужна вода с Ямуны, я могу пойти набрать. И вот он пошел и по дороге встретил Валапрачарью, поклонился ему и сказал, а что за ошибку ты нашел в книге моего Гурудева, что ты хотел ее отредактировать? Что ты имеешь в виду? Какую ошибку ты нашел? И начали с вами разговорились. Валапрачарья хотел его переспорить, но Джива Госвами Пад, он очень смиренно отвечал, отвечал. И он переспорил Валапрачарью. И Валапрачарья был очень удивлен. Кто он? Он настолько юн, настолько молод и настолько сведущ в писаниях. И потом, когда он возвращался, он пришел, опять зашел к нему в Баджан-Кутир и спросил, кто этот мальчик, который вот омахивал тебя. Ну, что сказать, он сын моего брата, с предыдущего ашрама, сына Нупама. Он со мной находится, принимает меня как своего гуру. И он настолько великолепен. Ты, все, что ты написал, это все совершенно, не нужно это редактировать. И Рупа Госвами Пад, он был очень разумен. Рупа Госвами Пад,
Они очень разумны, они всегда думают о Гауранге Махапрабху. Когда Джива вернулся, он спросил, где ты был, я был. На Ямуне. То есть смотри, вот он очень милостив, и он не смог этого потерпеть. И поэтому он хотел помочь мне, а ты переспорил его, и поэтому я не хочу тебя видеть, возвращайся домой. Он начал плакать, Джива Госвами. Он постился без воды, без еды. Он практически умирал, и вот он ушел. И вот Джива Госвами ушел. Он ушел на восток. Нандагад, в ту сторону. Нандагад, Байгаон. Байгаон мин? Бай мин? Браджаваси speaking Байгаон. Байгаон мин? Нандагава become afraid. Because those the servant of Барун. И вот это место, где слуги Варуны, они забрали Нанда Махараджа. Он там принимал омовение ночью, и эти слуги Варуны его утащили, и Кришна спас его. И вот в Нандагате это такое уникальное место, поскольку Рупа Госвами Пад, он написал. Эту книгу я забыл, как она называется, он там ее написал. And Jiva Goswami Pad also writing. Writing there. And Jiva Goswami Pad also compiling some Sandarbha basically. Basically mean first formula. When those are writer, first a formula. After that they go on explaining. This way, all writer. Those who are writing, those this way. First they imagine formula. First point, second point, third, like mathematics. And from elaborate one by one. This way they compile books. So Jiva Goswami Pad almost fasting there, crying and fasting. Those Vajavasi requesting Baba, Baba. Jiva Goswami Pad находился там, постился, и Vajavasi просили хотя бы молоко какое-то принять, но он ничего не принимал, и в то время Санатан Госвами Пад, он как-то оказался там. И вот Санатан Госвами, он услышал в Раджавасе, его звали Баре Баба, и во Вриндаване все в Раджавасе говорят так: «О, Баре Баба, старший брат, а Рупа Госвами младший брат». Их называют так во всем в Раджадаме. И вот в Раджавасе у них такая естественная любовь. В Раджавасе не плачет. Ты почему ты пришел к нам так спустя долгое время? Then how your son-in-law? И как же поживает ваша мать, ваш отец? И вот они так разговаривали. То есть можно подумать, что они какие-то материальные вещи спрашивали, но это не так, поскольку Санатан Госвами Пад всегда спрашивал в Раджавасе, значит это все связано с Кришной, поскольку все темы, которые связаны с Кришной, даже спросили, как там ваши родственники поживают, то это выглядит, что это какие-то материальные обсуждения, но нет, поскольку это техника баджана, если вы сможете связать все, if you can relate each fraction of second, каждую секунду с Кришной, то тогда вы успешны. Как Рупа Госвами Пад, он написал,
Я вначале произнес эту шлоку. Мы всегда должны помнить Кришну. Все время, непрерывно. Это зовется у нас настоящий баджан. Если вы забудете Кришну, то... Вот полчаса назад я произнес эту шлоку. Это такая сокровенная шлока. Мы должны помнить всегда о Кришне, но силой вы не можете помнить его. Сегодняшний день, если вы решите просто помнить Кришну, то это не так просто. То есть дайте, пока Гурудев не будет полностью доволен вами, без Гуру Крипы никто не сможет достичь того уровня, где он может постоянно помнить Кришну, Гурангу, Навадвипу, Вриндаван. Это не так просто. Что значит саньяс? Саньяс. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит. Уба саньяс, this is why я написал даже одну книгу о саньясе, что это значит. Я собрал все свидетельства из Надья Пракаши и прочих писаний. Саньяса значит решимость. Если вы решили, приняли такой обет. Вот на бенгале это так звучит. Паратма. Когда вы развили огромную любовь к Шри Кришне, только тогда, когда вы забыли всю материальную самсару, то тогда вы можете принять саньяс. Не до этого, поскольку вы примете, когда вы пойдете, вы можете заниматься какой-то ерундой, и нас будут критиковать, что вы саду не могут. То есть, если мы, ну, такие саньяси не живут недостойной жизни, то остальные будут их критиковать, и наша сампрадая, она... We should stop this point first. Be careful. Не будет уважаться людьми. И вот перед тем, как говорить о Рупе Санатане Дживигасвами, мы должны понять, насколько строги они в своей жизни, насколько они следуют своему Гурудеву, а наша, как сказать, сова, наша... Но если мы хотим делать то, что хотим сами, не согласованно с нашим Гурудевом, с нашей наставнической преемственностью, то ничего хорошего в этом нету. И так или иначе, Джива Госвами Пад, он написал эти основные сандарбхи. И так или иначе, Санатан Госвами Пад, он достиг того места, он узнал, что это Джива Навиника. Я должен пойти узнать о Джива, он практически умирает. Он ничего не ел, не пил, только плакал и плакал. И Санатан Госвами сказал, что случилось. И вот он рассказал, что случилось подробно. Я не мог потерпеть то, что Валабхачарья оскорбил моего Гурудева. Я хотел ответить ему должным образом, но Гурудев разгневался на меня, поскольку Джива Госвами Пад, он ученик Рупы Госвами Пада. И он выгнал меня. И вот я с тех пор нахожусь. И Санатан сказал, пойдем со мной, пойдем вместе. И вот они пришли к Рупе Госвами. И Санатан Госвами сказал, Дживедая на бенгале. Дживедая, this word, Дживедая Кришна Нам Сарватам Саха, to show mercy to Jiva. Only you like to keep this word confined in books.
что милости к дживам, ты эти слова, что ты хочешь оставить только в книгах, а то твой джива, что он плохого сделал. И Рупа Госвами Патан извинился, поскольку его Гурудев Санатан, Санатан Госвами, он попросил прощения у него, и Джива Госвами опять начал жить с ними, совершать свое служение. Again doing seva. Sanatan speaking. И Санатан говорит не перед Дживой, а Прабху. Он сказ говорит о Рупа. This kind of disciple is rare in the whole universe. Такой ученик он очень редок во всей вселенной. Такого ученика очень сложно найти. И после этого Рупа Госвами Пата, Джива Госвами Пата, они были очень довольны Джива Госвами. Даже когда Санатан Госвами писал Брихат Бхагаватамриту, на редактирование отдавали это Джива Госвами. И по милости Рупы и Санатани Джива Госвами Пата обрел огромную силу. Несравненно. Он был уникален во всей Вселенной. Никто не мог. Нет никого, кто бы мог сравниться с Джива Госвами. Он уникален. Во всей Вселенной Рупа Санатана Джива Госвами, они уникальны. То есть никто из философов не может сравниться, даже рядом никто с ними не стоял. И вот тут Джива Госвами, что случилось потом впоследствии? Однажды Дигвиджай Пандит, он думал о себе как о самом лучшим пандите во всем мире. И он у всех брал расписки, что они побеждены им. И вот Баладев Видьябушан. Vaikanthiki Govinda, his name was there. Vaikanthiki Govinda was defeated by Damodar some devotee there in Purushottam Dham. Then after that took shelter by his eunuch. Baladev Vidyabhushan is topmost at that time. Baladev Vidyabhushan в то время был лучший из философов. But at present I'm speaking about Jivapa. One Digvijay Pandit, the one who conquered the whole world. И вот в то время Дигвиджай Пандит, он хотел стать лучшим из пандитов во всем мире. И он приходил ко всем, предлагал поспорить, и если они не согласны, чтобы просто написали бумажку, что они побеждены. И вот когда этот человек на своем слоне доехал до места, где были Рупа и Санатана, и сказал, что они хотят хочет обсудить шастру с ними. И тогда они сказали, что мы очень бедны, мы просто напишем бумажку, что мы побеждены, и все. Ну все, они написали, чтобы он отстал от него. И когда он встретил Джива Госвами, I heard your name. You have to discuss point because your guru they have already defeated my. Here is your certificate. Он показал бумажку, что смотри, твои гуру они побеждены мною. И поэтому давай пиши расписку, либо давай спорить. Who is going to bear this insulting point? I cannot bear. Но Джива Госвами, он не мог такого потерпеть, и в течение 10 минут он полностью разбил все аргументы этого Дигвиджая Пандита. И поэтому Шрила Прабхупад написал, что если вы when
когда Чила Прабхупад говорил, помните об этом, если мой Гурудев, Гуру и Вайшнава, если мой Гурудев Чила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, если Шридхар Госвами Махарадж, если кто-то оскорбляет их, то я лучше я умру или что-то сделаю, это мое решение в моей жизни. И поэтому я написал всем, статьи по указанию Гуру Вайшнавов, которые оспаривают утверждение тех, кто оскорбляет нашу Гуру Варгу. Вот Чрила Прабхупад говорит, если вы видите, что кто-то оскорбляет вашу, нашу Гуру Варгу, то вы должны ответить ему должным образом. И это зовется Вайшнавата. Если кто-то говорит, что мы должны ответить, то есть смирение будет не потерпеть все, а ответить должным образом. Это будет настоящее смирение. То есть это то, что говорят люди, это не должно нас забудить. Поскольку кто такой я? Вот в киртане Шрила Бхактивинода Тхакур говорится, что... Что Бхактивинода Тхакур говорит, что ты мой Господь, а я твоя собака, и как обязанные собаки, это лаять, гавкать на всех, кто что-то делает против. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит так о себе. Tumi to taku, tomar kukur bolia jano humore. Then is the right identity. So what's wrong if I give answer to them, those who are criticizing our Guru Varga? И вот и поэтому давать должный ответ тем, кто критикует нашу Гуру Варгу, это есть настоящая вайшнавата, настоящий вайшнавизм. Это доказывает, что у вас есть 13 апи. Когда Вриндаван Дас Тхакур говорит, что я так привожу много, так много свидетельств, но если кто-то не примет это и... то я просто пну его по голове. Кто-то может сказать, что он вайшнав, может кого-то пнуть. Что это за вайшнав такое? Ну что это значит? Ну, у него есть смирение, у Вриндавана Дас Тхакура. Если он хочет пнуть кого-то, это будет его смирение. Много раз я говорил, когда Вриндавана Дас Тхакур, он... говорит об этом, то то есть это его милость, поскольку если пыль с его стоп попадет на нашу голову, то это очистит нас, и мы сможем осознать величие всего, что он хотел даровать нам. И, а когда Кришнадас Кавирад Госвами говорит вот эти слова про себя, что я падшая душа, я более падший, чем Джагай Мадхай, я самый падший из всех, настолько падший, что вы не можете сравнить меня ни с каким даже насекомым, которые живут в испражнениях. И кто-то может сказать, что Кришнадас Кавирас Госвами, у него есть вайшнавата, он так смиренно говорит о себе, но у Вриндавана Дас Тхакура нету, поскольку он очень, так сказать, по-другому говорит. Но Шрила Прабхупад говорит, что у них есть это качество тринадапи, да, и у Вриндавана Дас Тхакура даже больше, если их сравнивать. To be frank, actually,
Because material people, they cannot understand. He used this people. Who is going to hear him? Who is giving his such identity? А для материалистов это делается так, чтобы запутать их, поскольку они, кто-то может подумать, что если автор говорит о себе таким образом, то какой смысл читать его произведение? И поэтому я начал с этой слуки, что на пути Радха Анугати Тринадепи, оно естественно, вам не нужно его как-то выставлять на показ. Ваши действия, ваша сиданта, ваша жизнь, они все докажут автоматически, что вы, у вас есть настоящая Тринадепи Юкта Вайрагья. Шрила Прабхупад говорил, это гармония. If I go to travel, Churasi goes, 84, you cannot, I mean, who is there? Is Sambhava? Just like a beggar. То есть сейчас я сижу как царь, если я пойду на парикраму вокруг Гавадхана или Вриндавана, я буду выглядеть как нищий. Но это не задевает меня никак. И вот Джива Госвами под его анугатья. What kind of анугатья, Джива Госвами под shown in his life is unique. Она уникальна. Now I like to touch some point. He took birth there in Bakla Chandradeep in North Bengal near Malda. Malda one station in North Bengal. Около Малды в том районе. В северном Бенгале, в Мусидабаде, в той области. And there actually when когда Си Чайтанья Махапрабху отправился туда. When there where in that place when Rupa Sanatan used to stay, то место, где жил Рупа Санатан, there in Chaitanya Mahaprabhu, и там Шри Чайтанья Махапрабху, that place, Рамкели, that Рамкели village, это деревня Рамкели, там Рупа Санатана, came to meet Chaitanya Mahaprabhu midnight. Пришли, чтобы встретить Махапрабху ночью в очень простой одежде. И кто-то сказал, что говорит, что Джива был там в то время, а кто-то говорит, что Джива позже родился. И мы будем следовать словам Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакура написал одну статью в Саджана Тхусане о actual date, when когда Джива Госвами Пад родился, когда Рупа Санатан, там это подробно описывается. И вот в то время Шри Чайтанья Махапрабху отправился там, и Анупам тоже был там с Рупой Санатаной. И Рупа Санатана по наставлению Шри Чайтанья Махапрабху cut material bondage and going to Vrindavan. No, I did not expect this. То есть как они оставили все свои материальные занятия и отправились в Вриндаван. Я не буду об этом говорить, но в то время Джива был очень мал. Когда Рупа Санатана они ушли, вы уже знаете, что очень скоро. Анупам тоже оставил этот мир. И Джива Госвами Пад был очень мал. Джива Госвами Пад с самого рождения. У него никто не мог понять его качеств. И вот когда он подрос, он принял решение, что отправиться в Навадвип, он сказал, что учиться и куда-то отправляется, и отправился в Навадвип. А Навадвип это был центр образования, можно сказать, что это... То есть, если сказать, что... Навадвипа подобно Оксфорду, это оскорбительно будет относительно Навадвипы. Скотт is a Bunkim of England.
То есть, наоборот, сказать это более будет правильно. То есть, not bhakti. Bankim Chandra having no bhakti. Bhaktivinoda Thakur wanted to give so much lesson. He was not ready to accept. So much popped up. But still is writing something. Bande Mataram. Thank you. So what to do? When portfolio was going to be changed in Krishnagar, Bhaktivinoda Thakur want to go to Shirapur and he like to take over this point. That time, Bhaktivinoda Thakur and you know that Bankim Chandra, Bankim Chandra, they stayed together. Bhaktivinoda Thakur giving so much argument. В течение 10 примерно дней они спорили друг с другом, но этот Банким Чандра не смог принять то, что говорил Шрила Бхактивинода Тхакур. Но так или иначе он был хорошим пандитом в материальном смысле. И вот какие-то люди говорят, что Навадвипа это такой Оксфорд Бенгала, Индия. Но когда Джива Госвами Пад пришел сюда, он учился здесь. Но в начале всего Джива Госвами Пад он получил полную милость Нитянанды. When Harikatha is over, I can give answer. Actually, when Jiva Goswami Pad came, вот когда Джива Госвами Пад пришел, он получил полную милость от Нитянанды Прабху. So lucky. Он настолько удачлив. Дама это Нитянанда Таттва. Дама это Нитянанда. Дама itself Нитянанда Таттва. Whereas в этой даме Навадвипе сам Нитянанда руководил Джива Госвами. Посмотрите, насколько он удачлив. Джива Госвами под насколько удачлив. Он принял. Сам Нитянанда показывал ему святую даму, где Господь проводил свои лилы. Нитянанда. Он ходил и показывал, где что происходило. И вот под руководством Нитянанды Прабху, Джива Госвами Пад, он совершал парикраму Навадвипа Дхамы. И после этого Нитянанда Прабху, он был настолько милостив, что Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, я настолько подчинен, что кто окажет мне свою милость, кроме Нитянанды, Шрила Бхактивинода Госвами Махарадж, он пел эти киртаны, посвященные Нитянанды, но я запомнил это на всю свою жизнь, но, к сожалению, он ушел. Мы не можем больше слышать эти киртаны. Мой Гурудев говорил, чтобы я ходил на парикраму вместе с Шрилой Бхакти Валлабхой, Тиртха Госвами Махараджа, чтобы почувствовать все великолепие и сладость парикрамы. И вот сейчас Нитянанда он благословил своими лотосными стопами Дживу Госвами и отправил его во Вриндаван. О, Джива, иди во Вриндаван, поскольку Махапрабху дал тебе это указание. Да, Рупы Санатана, отправляйтесь во Вриндаван, но по дороге там Мадхусудан Бачаспати, ты должен встретиться с ним. И кто этот Мадхусудан? Ученик Сарвабхаума Бхаттачарьи. Кто-то из наших гуруваги говорит, когда Сарвабхаума спорил с Чайтаньей Махапрабху, он был там, или, может,
that he got all those lessons from Sarvabhauma. It is он получил все от Сарвабхаумы. Это более практично. Но так или иначе, кто-то так, кто-то иначе anyway, говорит, но Гопинатх Ачарья, он Баладев Видьябхушан. Баладев Видьябхушан, он Гопинатх Ачарья. Maybe I forget. Actually, Kavi Karnapur writing this. Это, по-моему, Кави Карнапур говорит об этом. Что он был в горе Лили, и он опять родился как этот Гопинатх Ачарья, как Баладев Видьябхушан. И Сарвабхаума Бхаттачарья, он сын. Но они тоже как-то связаны. И так или иначе, Госвами Пад, он отправился в Варанаси, и он принял он учился у этого Мадхусудана. All darshan shastra, they are Vedanta especially, Bhagavatam and Vedanta, you go. But if you think that from Sarvamvartajajo he got lesson before, then we cannot accept this point. Because before, Sarvamvartajajo was expressing this Mayavadi. This is quite natural after. Но он принял вот учение от Сарвабхаума Бхаттачарьи позже, поскольку до этого Сарвабхаума Бхаттачарьи был в Майаваде. И в то время он изучал Гаудия Веданта. Он оставил Майявада Веданту, он и полностью изменился, и он произнес вот эту шлоку. И он даже вот эту шлоку изменил. Вместо мукти слова бхакти он произнес. И Махапрабху спросил, почему ты изменил эту шлоку с Бхагаватом? Почему? Там вообще говорится мукти под. Он ответил, о Господь, я не могу произнести это слово. Почему? Поскольку мукти, там я ненавижу его, и Махапрабху сказал, ты великий пандит, если ты, но мукти, что такое мукти, если мы, но слово мукти можно понять так, как то, что мукти находится у лотосных стоп. Мукти, поэтому мукти падки. В этом нет ничего плохого, но все же он сказал, что несмотря на это, все равно не могу слово мукти произнести неприятно. И Махапрабху очень доволен был им. Хотя Махапрабху не терпел никаких изменений Бхагаватам, даже какой-то точки или запятой. Но когда вот Сарвабхаума Бхаттачарья он изменил слово мукти на бхакти, то Махапрабху был доволен им. Это было правило такое, что преданные, которые приходят в Пури, они сначала прийти побриться, омыться, потом поститься и потом только принять просад.
А все получить даже на Джагнатхе, а потом только принять просад. И вот Сарвабхаума Бхаттачарья говорит, все писания, они даны самим Верховным Господом из-за своей любви. Я Radhikar Prem Guru Ami Shishya Not Jakhon Jeiche Nachai Nachiye Udhvat. Вот в Радхаштаме я сказал об этом, что Радхарани, она своей огромной любовью, она контролирует Кришну. То есть Кришна буквально танцует по указанию Радхарани. Кришна говорит, что я нахожусь в таком состоянии, в Бхагаватам. Пирошлоки говорятся вот эти слова, то, что он никем и ничем и никогда не контролируется никем. Савиги Сарад. То есть это все правильно, эти два две шлоки, они гармоничны. Can be harmonized in the life of Krishna. В жизни Кришны, в лиле Кришны можно это все гармонизировать. Krishna is Atmaram. Кришна, он Атмарам. Topmost angel. Just now you told Atmaram, most monayon, nirgantya. И Кришна, он наслаждающийся всем. You just told. Хотя до этого мы слышали, что он Атмарама в Расалиле, то есть Атмарам, то значит, как, то есть Атмарам это тот, кто черпает наслаждение в самом себе, тот, он наслаждается с гопи, как это. I should not explain. How possible? То есть как это возможно? Для Кришны все возможно. Кришна, the topmost angel. Кришна, он лучший из наслаждающихся, он высший из всех, и в то же самое время он Атмарам. That's why. И поэтому. Кришна speaking in front of Rukmini. Кришна говорит Рукмине. Aham nishkinchan. Aham nishkinchan. Как ты нishkinchan? Как это? Посмотри, ты обладатель бесчисленных миров, но Кришна говорит, что я нишкинчан. Также и Кришна Чайтанья, он лучший из нишкинчанов. Как это возможно? Сам Кришна говорит, о Деви, о Рукмини, я нишкинчан. И те, кто... Я нишкинчан, а те, кто нишкинчан, они приходят ко мне и совершают Кришна Бхаджан. И люди, различные люди совершают Бхаджан для Дурги и Шанкара Бхагавана. И Парикшит Махарадж тоже спрашивает, о Гурудев, я сомневаюсь, в чем, что Кришна, он сам Кришна, он повелитель бесчисленных миров, в то время как Шанкара, у Шанкара нету даже одежды, а те, кто поклоняется Шанкару, они очень богаты, а те, кто поклоняется Кришне, они очень смиренные, у них даже нету одежды, как это возможно? Кришна, он лучший из всех, а те, кто поклоняется Кришне, они живут как нищие, даже еды не хватает, они ходят, просят подаяния. В то время как те, кто поклоняется Шанкару, у которого нет даже одежды, они становятся сказочно богатые.
И почему это очень запутано, так и Шукадев Госвами говорит, а почему и нет? Все возможно. Поскольку те гунамай деваты Шанка, Брама, они все находятся внутри этих 14 миров. Но Кришна Бхаджан, он за пределами нашего понимания. Если вы достигнете этого уровня по милости Гуру Вайшнава, тогда вы осознаете, что да, это настоящий Кришна Бхаджан. Раньше мы занимались непонятно чем. Если вы получите настоящий вкус Кришна Бхаджана, вы не сможете его оставить. Посмотрите, что случилось с Мирабаем, хотя он был не совсем, не следовал Радхарани, но все же он пример. Гангамата Такурани, вы знаете ее, Гангамата Такурани, никто не мог. Она была дочерью царя. Путьяри under his control is the king of that state. Вот она была дочерью этого царя какого-то местного. Она была его дочерью, но она не смогла, привлеченная Кришной, она не смогла оставаться дома. Рагунат Гасай, он был несметно богат. Его отец был Хиранья Гавардхан. Они были сказочно богаты, но Рагунат он оставил свой дом. И тогда вы сможете получить представление о том, что такое Кришна Бхаджан, если вы поймете, что такое Кришна Бхаджан, что говорить о вкусе, даже запах, если вы почуете запах Кришна Бхаджана, это уже будет достаточно. Кришна Чайтанья Махапрабху в Варанаси Валахабаде говорил: «О, Рупа, я хочу показать вам, что такое вкус Кришна Бхаджана. Кришна – это океан, раса сага. И чтобы дать вам какое-то указание, как представление, какую-то идею о Кришна Бхаджане, Кришна – это океан нектара. О, Рупа, что я могу сказать? Когда я помню Кришну, я погружаюсь в океан этого нектара. И Махапрабху говорит так. И Рай Рамананда говорит так же. И Чайтанья Махапрабху говорит: я хочу дать вам какое-то представление об этом. Это океан нектара. Now you follow. И вот сейчас мы следуем. Now you follow. When Sarvam Bhattacharya. И когда Сарвам Бхаттачарья, когда был в Пури. In front of Sarvam Bhattacharya, by that time everything changed. В то время great Vaishnava. Все изменилось. Он стал великим Вайшнавом. So there actually. И тогда царь спросил его. So why by the почему Махапрабху спросил, что нужно пойти принять омовение и принять прасад? И он ответил ему так, что Господь что хочет, то и делает. И Джива Госвами Пад, он учился, то, что он учился в Варанаси, это такая лила, он Виласа Манджари, вечный спутник Шримати Радхарани. Кто может научить его о Бхактивинода Тхакуру? Камал Манджари, кто говорит о том, что он учился у Видьясагара? Кто сказал, что это в его биографии? Он сам пишет, что он учился у Видьясагара. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур у какого-то Питри Радж-Шармы, он изучал веды от него, будучи ребенком. И такая лила, и Мадхусудан
Бачаспати, он также учил Джива Госвами, и потом он ушел во Вриндаван и всю оставшуюся жизнь жил там. А кто Гурудев Санатана? Кто может сказать? Мы такие, мы майявади все время говорим гуру, гуру, а если посмотреть в наше сердце, то нет любви к Гурудеву. То есть это просто майявада. Можете вы сказать, кто Гурудев Санатана Госвами? Mad, a fanatic personality. Always Gurudev, Gurudev, Gurudev. Who are? What do you mean by Gurudev? Что 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 значит Гурудев? Гурудев это значит знание, осознание Гурутатвы, наши действия. То есть мы не должны действовать как майявади и просто говорить Гурудев. Этого мало. Вы должны осознать Гурутатву вначале. И тогда вы можете понять и жить согласно желанию Гурудева. И кто Гурудев Санатана Госвами? Vidya Vachaspati, Vidya Vachaspati Gurur me writing in one preface. Вот это вот этот Vidya Vachaspati. If you speak this way, then it's Siddhanta Virodha. It is not the duty of Chaitanya Mahaprabhu. Это не обязанность Чайтанья Махапрабху начинать новую сампрадаю. Хотя, с другой стороны, это так, он может начать, но все же Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, это не обязанность Верховного Господа, это может один преданный сделать. Будьте внимательны. Но в Киртане можно найти Махапрабху Санатана Гоура Паривар. Гуру Паривар, что значит, что можно подумать, что он ученик Махапрабху, то есть это как бы правильно с одной стороны, поскольку он принял, принял от кого он получил Парамхамса вес, от кого он принял эту Парамхамса вес, перед Махапрабху. Он разорвал эту одежду на вот этот кусок ткани на три части и сделал. Вот, это Парамхамса Веша. Рамануджачарья принял саньясу перед Гурудевом Ананта Саравара. Он пометовал своего Гурудева и принял саньяс. Но нашу жизнь нельзя сравнить с их жизнью. Будьте внимательны. Санатан Госвами, он никогда не говорил, что мой Гурудев, то мой Гурудев. Он никогда такого не говорил. Вот Видья Вачаспати, а кто Гурудев Рагунатха Даса Госвами? Кто может сказать? Ядунандана Ачарья. И таким образом вы должны понять язык сердца бхакти-йоги, иначе можно неправильно понять что-то. И вот Джива Госвами Пад, он принял... Он... Он учился в Варанаси, потом отправился во Вриндаван и всю оставшуюся жизнь жил с Рупой Санатана. И перед Рупой Санатаной они изучали Сиддханту. И Рупа Санатана within few days, they can meet me in Jalandhar, because first time I'm going to Jalandhar.
И вот Джива Госвамипад отправился туда. Во Вриндаван он принял прибежище у лотосных стоп. Рупы и Санатана. И находился там. И таким образом он писали, они писали книги о различных сиддханте, и различные книги, составленные, они, а также редактировал книги Рупы Санатана, и сейчас я хочу сказать о том, что кто-то говорит какую-то ересь, что Джива Госвамипад не следует Рупи Санатане. Почему? Поскольку Джива Госвамипад не следует Паракия Бхаве, он хотел утвердить Сакия Бхаву. В то время как Рупа Санатана в Паракия Бхаве находится, и как можно сказать, что он следует Рупе Санатане тогда? Whereas Jiva Goswami is doing, I am under the control of Rupa and Sanatana. Whereas we see that Jiva Goswami wanted to establish Sakya. How? И как это тогда возможно? И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, Джива Госвами Пад пишет комментарий к Брахма Самхите. Очень уникальный комментарий. И Бхактивинода Тхакур также пишет комментарий на этот комментарий. Very nice thing, so that you can understand. You cannot understand the mood of Jiva Goswami. So it is safe for us to follow Bhaktivinoda Thakura. И следовать Бхактивинода Тхакуру для нас безопасно. Это очень высокий уровень. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, смотрите, Сакия и Паракия, это все едино в Нитя-лиле. Почему? Not same? Yes, same. How? И как это возможно? Что значит Сакия? Вначале я хочу сказать, что такое Сакия. Те, кто женились на Кришне, как не, как сказать, незаконно. Что те, у кого нету То есть Паракия — это те, кто как бы гопи. Это такие Паракия, они совершенные. И я математически могу доказать это. Слушайте. И первое то, что в Нитя-лиле это Голока Вриндаван называется, и Боума Вриндаван, а здесь Боума Вриндаван. Тот Вриндаван, который снисходит сюда, чтобы благословить нас, и тот Вриндаван. Я уже говорил, в Упанишадах говорится вот это, эти слова, что Кришна, можно видеть миллионы Кришны, но то они не отличны от того изначального Кришны. Поскольку вот говорит, что бесконечность, если разделить или отнять, или умножить, то оно все будет равно бесконечности. И так и Кришна, если Дама Вибу, это Вибу-таттва. Дам Анантанса Самбабаха. We said? Сахасрапаттам Камалам.
Это все Нитянанда, бесконечность, Анантадев. И как это возможно? Нет никакой ограниченной концепции. И все, все неправильные представления я прошу вас выкинуть из своего сердца и прийти ко мне. И Дама, она находится на Голокадама, и эта Голокадама, она снисходит сюда, она не отлична. Это Голока, которая на... То есть Вриндаван, в духовном мире, здесь они не отличны, поскольку тот Вриндаван снизошел сюда. И Ашра Бхактина Такур говорит, что те, у кого есть Васту Сиддхи, они видят это не отлично. А те, у кого нету, то есть те, кто не достиг этого совершенства, то, соответственно, об их видении есть какое-то материальное представление. Они могут вроде как понимать, что это прокрыто, но все же. Бхактина Такур говорит, что здесь можно видеть, что какие-то гопи родились, Радхарани Кришна, они все родились здесь. Но на Голока Вриндаване нет рождения Кришны. Кришна, он всегда в возрасте 16 лет и не меняется, но настроение, то, что Кришна рождается, оно есть. Krishna is my son. He took birth that time. We can observe happy birthday. Кришне, эти родители, которые чувствуют, что он родился, тогда-то будем отмечать его день рождения. То есть это настроение Баба, оно есть на Голоке. На Голоке вся Баба, если вы думаете, будете думать об этом, то раса, она удовлетворится сама. Если Яшодама думает, что сейчас ее сын Кришна постится, то она чувствует расу, поскольку вся раса изначально находится там. И когда Яшодама думает об этом, она чувствует удовлетворение. И поэтому все расы, все гопи на Голоке, они никогда ни на ком не женились, никогда. То есть никогда не выходили замуж, ни за кого. Но это Баба, Паракия Баба, что мой муж как бы есть, что все о Кришне должно очень скрытно ходить. То есть это настроение, это чувство Паракия Раса, она есть там. И вот Бхактина Такур говорит, Нанданандан Кришна, он источник всех рас, паракия, сакия и любых других рас, они все возможны в нем. Кришна так или иначе наслаждается здесь, этой расой здесь и там, может также, может по-другому, так или иначе. Он наслаждается этой паракия расы, хотя эти гопи не могут обнаружить себя, что они замужем за какими-то гопами. Радхарани, Баба, то есть это чувство может есть, что она там знает на ком-то замужем после. Но, или Камса, например, то есть это просто есть чувство Камса, но самого Камса нет. И Шрила Бхактина Такура приводит свидетельство, что те гопи в материальном мире, в уме Вриндаване, Кришна являет свое лилу явление, и Радхарани тоже являет свое лилу явление. Это все правильно, и те гопи, Лалита Висака, Роти Манджари, Ананга Манджари, Камала Манджари, они все это. Лалита Саптами already gone, just previous day of Радхаштами. How then possible? Как это возможно? И there is one scientific point, very scientific, научный, your material then cannot grasp this point. Научный этот... What is that?
свидетельство научное, то, что каждый возраст Кришны вечен. Понимаете, что я хочу сказать? Кришна, каждый возраст Кришны, он вечен там. И как это возможно? Это самое учение, что Чайтанья Махапрабху дал. Санатани, что Кришна вот только родился в какой-то конкретной Браманде, прошло 2 секунды, он опять родился в другой Браманде. И так бесконечно. Поскольку о прошлом есть такое тонкая грань о прошлом, когда пока П произнесли, then nothing is past. Уже оно стало when прошлым. P, A, S, T, T, I если пока мы это слово point, просто past. Произнесли, пока мы произнесли, уже past. Начало снова уже в прошлом оказалось. A gone to past. Is gone to past. In the book of past gone. И что такое настоящее? Just now, когда если Кришна вот родился, то есть только что это уже спустя короткое время в прошлом оказалось. Если он являет какую-то восстановку, лилу, например, это тоже стало прошлым. Everything nitya. Why? Это вечное, поскольку some Bhoma-Vrindavan. Bhoma-Vrindavan not one thing. Bhoma-Vrindavan countless, infinity. Somewhere Krishna now killing Kamsa. Brahmandi, вся лила Кришна происходит. Each and every aspect, each factor, lila Krishna. И каждый возраст Кришны. Now Krishna laughing. This laughing is all permanent. Eternal. Это все вечное. Это все в какой-то Брахманде происходит, понимаете? Abhimanyu also, all Baba there in original dham, Goloka, but in this Bhoma Vrindavan, there is only, it takes the coarse form, gross form, like Abhimanyu one personality, and Durmut one Gopa, husband of Lalita Sakhi, they take the form of a gross form. All done by Yogamaya. Jiva Goswami speaking. Это все делается с помощью Йогамая. Believe me, what I have to say. All done by Yogamaya. Все это делается с помощью Йогамая. All fallacy using. Все это все делается Йогамая. Yogamaya can Йогамая, make you feel that дать вам почувствовать, что вы жена. I am Gosha, you are the wife of Gosha, you know, this then. All by Yogamaya. Что вообще кто-то где-то в какой-то конкретной лиле. Это все Йогамая делает. Бхактивинода Госвами говорит, если вы... If we find Parakya Rasa here in this material planet, I mean material planet, найдете какой-то Паракью Расу в этой материальной... В этом материальном мире это наверняка есть в том трансцендентном мире, поскольку это всего лишь отражение. Если бы этого не было бы там, здесь бы это тем более не было бы, может, в каком-то другом, другой форме, другим образом, но Кришна наслаждается этой Паракья Бхавы. Понимаете? Now point is that вот суть в том, что в каждой Радхарани is eternal honor. Now I am putting question to you. То есть each and every aspect of Krishna is eternal. Each and every aspect of Krishna is eternal. Each and every aspect of Lalita Sakhi is eternal. Each and every aspect of Lila of Vishakha is eternal. Each and every aspect of Lila of Rupa Goswami is eternal. И Рупа Госвами, и всех его вообще спутников, и Шрила Бхактивинода Тхакура, они тоже вечные. Может, Бхактивинода Тхакура, он такой пожилой, лилу пожилого возраста являет, но это все вечно. Maybe you see Guru Dev. Может, вы видите, что Гуру Дев оставляет свое тело. Это тоже в какой-то Браманде он есть. They have some fixed sarup or not? Yeah, they have fixed sarup. But also they have aspect, they are growing.
То есть сварупа у них, конечно, есть какая-то вечная, но значит, возраста, это какой-то браманде они могут быть в другом возрасте. То есть если вы думаете, что ваш Гурудев ушел, то это неправильно. Гурудев, он тоже вечен даже в своем пожилом возрасте, он тоже вечен. И Дживагасвами Патон хотел объяснить нам, это не аргумент, а факт. Дживагасвами Патон говорит, почему вы не можете понять, что Лалита Вишака Сасаки Манджари в своей изначальной форме на Галоке, они не могут просто указать, что мой муж вот где-то там есть. Нет у них этого, у них есть просто раса Бава. Чувство. То есть самого мужа по факту нету, а чувство есть. И вот они могут пугаются, что их муж может поймать их, если они Кришне отправятся. И это слово Джар на бенгале значит упапати. Это то есть как бы не муж, а просто. Then it's called Upapati. You have one hero in your life, but externally you got married with that man. Follow? Then it's called Upapati. Ja. It is not ethical. It is not good in this material planet. But for Krishna, everything is perfect. То есть, если в этом мире какие-то внебрачные связи, это плохо, но для Кришны не. Он повелитель всего, для него нет ничего плохого, для Кришны. Для Кришны все возможно. Поскольку нет никого, кроме него там. Только Кришна, он, и поэтому Гопи и Кришна, Радхарани, они все являются, на самом деле, это одна единая татва. Радхарани никогда не была замужем за Янгошем, но в материальном мире можно видеть такое. Но в том мире только Бава есть, она вечна. То есть чувство только, и Джива Госвами Пад, он хотел дать нам этот аргумент, если вы не понимаете, что Паракираса вечна, но и поэтому она Сакхия получается, поскольку Кришна, он поскольку это Сакхия получается, то Сваруп Шакти, это вечный Сваруп Шакти, Кришна, Радхарани, вечная Сваруп Шакти, Радхарани. То есть это Радхарани, это Сваруп Шакти самого Кришны, поэтому Параки не получается. Ну, если таким образом рассматривать. И вот из Веданты мы знаем, что Шакти Матур Абьет Саеваса. И поэтому, если кто-то то есть Рупа Госвами говорит, что вот это Шакти Мато Абьет, это Ачинтья Беда Бьеда Таттва. То есть для, ну, суть в том, что для Кришны все возможно. Он и как Сакхи, и Параки может являть. Cannot understand this point. Very easy. Follow what I say. So Jiva Goswami Mahārāja. И вот Jiva Goswami Mahārāja до последнего момента своей жизни он хотел помочь всему нашему вайшнавской сампрадае. Он пытался вести ее достойным образом, а сейчас под именем
Рупануга и Рагануга Баджана, мы просто одурачены. И чтобы этого не было, мы должны следовать Рупе Госвами Паду, Шиле Бхактивинодаку, Шиле Прабхупаде всегда. Слушайте о том, что говорит Шиле Прабхупада и Шиле Бхактивинодаку. Это моя просьба вашим лотосным стопам. Не уходите в сторону. Будьте внимательны. Если мы отклонимся от пути, то будем наказаны. No question. I give answer to all questions.